там? Я, если честно, не понял, что им нужно было сделать, что собрать. Но им давали задание, они же выполняли. Так, а? Если неправильно, получали там, штраф во время. Не, ну я понял, ну а что они собирались, считали уже там с цифрами, там, кстати, я до конца не понял. Маршрута. А с цифрами что они делали? Там как-то складывали, я вот это вот немножко не понимаю. Я точно, я так понял, что имеется в виду задание каждый день. Уложилось во время тоже. Не уложилось? Ну вот уже 21 минут пошло. Там штрафуют строго по времени. Конечно. Каждая минута штрафные баллы. Должен ложиться. Я не помню, не говорим почему. Там минута осталась. Не должен через время. Вот 23 минут кончается. Осталось 10 минут.